Всем привет, с вами Кабан, и мы продолжаем прохождение, а летсплей по игре Майнкрафт. Сейчас я доделаю крышу. Пока не записывал видео, я порылся в шахте и построил дом. Я убрал те моды. Вот. Ну, установил новый текстур пак, Микскрафт называется. Вот. Сейчас я доделаю дом и покажу вам ферму, пшеничную ферму. Вот. Эх, закончились булыжники. Автоматическую пшеничную ферму. Вот что. Так. Тут изменено все. Земля, факелы, инструменты, все заменено. Это очень красиво выглядит, никаких там прибамбасов нету, как говорится. Вот я еле как нашел трех овец, походил по карте. Вот и нашел много железа в шахте. Новую шахту сделал, то есть прорыл старую и попал в туннели. Так, так, сейчас, так, оп. Сейчас быстренько доделаем. Я на YouTube не могу разобраться чуть-чуть. Там новое оформление, я чуть-чуть путаюсь. Ой. И не могу сделать так, чтобы видео мог записывать больше 30 минут. Загружать, то есть видео больше 30 минут. Не знаю почему так, но вскоре это исправлю как-нибудь. А так пока такие будут короткие видео по минут 11-13. Вот теперь мы будем делать ферму, по пшеничную ферму автоматическую. Так, надо сходить за камнем еще, за саженцами, и надо сделать ведро для воды. Надо воду притащить, самое главное еще. А вода от меня далеко находится. Так. Угу. Так, саженцы, где же они? А вот саженцы, у нас есть 5 саженцев. Но если что, можно еще набрать. Я думаю, 5 пока хватит. Так, что еще нужно? Мотыгу нужно. Ага, и бедро. Вот, точно. Я храню... Я храню железо в блоках, так места мало занимает и удобней. Так, теперь сейчас мы сходим за водой, не мешаются вот эти, вот эта земля. Сделаем лесенку. Опа, чуть-чуть криво получилось. Ну, ладно, сделаем так. Осторожно спускаемся. Вот так. Раз, два. Ой, я вас научу делать это. Но покажу, как делается бесконечный источник. Он хоть и делается легко, но он полезный очень. С
ним легко набирать воду. Так, не оттуда я забираюсь. Вот это ступенечка. Так, сделаю его рядом с сеялкой. А вот я знаю, где сделать. Так, сейчас сравняю землю. Плохо, что алмазов не могу найти, но скоро еще схожу в шахты и алмазов попробую поискать алмазы поглубже. Я далеко в шахты не уходил. Вот. Так. Буду расширять чуть-чуть. Думаю, настолько хватит. Так. Эх, сломалась лопата. А, сейчас вот так вот сделаем. Чем? Так. Так, теперь делаем. Так, сейчас вспомню чуть-чуть. Вроде надо еще шире площадку. Ну, сейчас сделаем. Сейчас мы сделаем лопату. Так, надо еще вспомнить хоть как. Оно делается все. Так. Угу. Так. Одну земельку, земельку. Так. Так, отсчитываем 7. А, точно. Земли больше, больше земли. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Семь. И тут еще семь нужно. А мы сделаем маленькую такую. Потом есть
Так. Ага. Если что, там вы можете себе придумать еще побольше так ее сделать. Но там сообразить не трудно. Я компактно сделаю, у меня места пока что мало. Если вы не сможете, а я думаю, вы сможете, кто смотрит, сделать обычную. Так. Ага. Так, делаем так вот. Ой. Ага. Так, тут делаем стеночку. Эх, камни закончились. Камни, камни. Надо еще камни взять. Возьму сразу побольше. Эх, не то взял. Вскоре я вас научу делать зелья. Когда сам наберу всего. Так. Угу. Так. Нужно побольше света, чтобы вы хотели, чтобы, если вы хотите, чтобы он рос и ночью. Сейчас подождите, я кое-что проверю. А хотя сейчас сперва источник сделаю. Вот на крыше сделаю источник. Так. Ах. Сейчас. Камней, камней теперь нужно еще. Сейчас посплю и утром начнем. Так. Надо поесть. Так, вот и бесконечный источник будет сейчас. Вот. Бесконечно строить себе так вот, чтобы было тут 4. Заливать с одной стороны и с другой стороны. Противоположно. И получается бесконечный источник. Он никогда не кончается. Берите лучше с одной стороны только. Чтобы... Так. Сейчас надо сюда воду пролить. Полить, то есть полить, точно полить. И нужно еще воду. Закрою,
чтобы не было никаких оплошностей. И пробуем. Есть, хорошо. Так. Закрываем и продолжаем делать. Работает. Так, теперь надо тут отрыть две глубиной. Вот так вот. Угу. Середина у нас получается тут вот. Так, тут сделаем маленький такой, маленькую построечку сейчас. Так, из досок, точно, из досок. Будет красивенько смотреться чуть-чуть. Так. И чтобы вода не утекала, надо сделать кнопку. Так. Ага, сейчас. Так. Нам нужны лестницы. Две лестницы вроде нужны. Да. Две лестницы. Эх, а, точно. Вот у нас есть камень, и вот нажимная плита есть. Ой. Так. Вот так вот. Сейчас проверим. Так. Сюда и сюда. А хотя вот как сейчас сделаем. Так, мы сейчас удлиним ее на одну клеточку, вот эту траншею. Так, с одной полоской получится пока что некрасиво, а вот когда большие буду строить, получится довольно таки неплохо. Будет все шик. Сюда ставим и сюда. Сюда наливаем воду. Раз и два. Так, вот она не вытекает. И сейчас будем проверять. Так. Берем мотыгу. У нас 5 росков. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь будем ждать. А сейчас пока можно в шахту спуститься и пофармить золото-то, что-то. Да и прочий материал. Эх. Золото нужно нам для рельс.
Вот.